Бум. Ну, продолжаем, мне, честно говоря, игра не нравится. Не знаю, просто засыпаю, играя мне. Очень весело играем. Мое мнение, ребят, ну, собрали самые лучшие из очень хороших игр. Из Uncharted есть элементы. Из Call of Juarez есть элементы. Собрали не немцев и русских. И все, просто все засунули, что смогли. Получается, в принципе, неплохо, но ничего нового. Ничего такого, чтобы ты посмотрел. Да, это что-то новое, это что-то интересное. О, мы слышим голос девушки. Очень много штампов. В общем, не очень вышло. Не нравится мне особо. Ой-ой. Мое личное мнение, что не удалось. Не удалось играть. Интересно именно. Так-то, в принципе, получилось. А интересную игру сделать таки не смогли. Да, интересно, как это работает. Что-то нужно перейти. Ладно, перемещаем. Примерно так и панель. Нужно, чтобы я мог на нее спрыгнуть. Нет, поближе. Вот так, я думаю, будет нормально. Сейчас проверим. Бежит абсолютно, как в Call of Juarez наш парень. Ой! Сейчас я думал, сейчас все уже. Я слишком резко рванул. Что тут, уверен? Что-то я застрял в текстурах, ребята. Все, прошел через текстуры. А я застрял в текстурах только что. Ладно, в любом случае, мы добрались. Ну, почти. Не могу, тут текстуры. Тут ящики. Ничего нажать нельзя. Да, это, возможно, неплохая идея. Пробуем. Я пока не могу помочь, я тут пытаюсь через этот лабиринт к тебе пройти, дорогая, но нифига не выходит. Лабиринт слишком запутанный. Thank you.
возьми, нужно спрятаться и прибить их. Мне кажется, я мог кто-то ранее пройти. Или не мог. Это откуда все эти враги против меня наверху еще образовались? Видимо, враги здесь бесконечно. Так, надо что-то придумать. Кажется, я знаю, ребята. Кажется, я знаю. Что если мы... Нужно как-то вот перебраться наверх. Но как? Сложная задача. Ладно, сейчас как-нибудь разберемся, что-нибудь придумаем. Да, местами эта игра кажется мне сложной. Вообще, я чувствую, мне надо обратиться к прохождению, потому что сам я уже плохо понимаю, что я должен делать. Нет, серьезно, я не понимаю. Вот я примерно представляю, но как-то очень смутно. Кажется, этот кран как надо передвинуть, но вот как? Тут даже нет контроллера какого-нибудь. А, Банзай Соня. Боже мой, я поставил прохождение. Блин, так сложно это, оказывается, сделать. Никогда в жизни не догадался. Тут парень сам минут 5 мучился. Я дольше мучаюсь, потому что я вообще без понятия. Так, я понял, что нужно делать, в принципе. Нам нужно подняться на уровень вверх. Опять будут жалобы. Блин, ты так долго тупишь. Ребят, сами попробуйте это пройти. Очень сложное место. Я тут стараюсь, блин. Мучаюсь. Нам нужно этот груз отцепить. Так, надо наверх посмотреть. Надо его динамитом, по-моему, уничтожить. У вас ведь вообще есть динамит, да? У нас гранаты есть. Подойдет, наверное. Тот парень динамитом уничтожал. Сработало. Так, теперь эта платформа передвинется дальше. Давай до максимума. Я думаю, нормально. Это не до максимума, но нормально. Идеально, я думаю, вполне... Осторожно. Блин, какой садист придумал вот это вот задание. О, черт. Скочил в итоге с коробок. Человек был явно с садистскими наклонностями. Любил мучить других людей. Бум, наконец-то! Hagen's probably halfway to Guatemala already.
И он был все время там. Look at me. We will get out of here. We'll follow Hagen to Guatemala, and I'll force feed him every last piece of gold I found in these godforsaken temples. You paid me to get you that artifact, remember? Job's not done yet. My, how you've changed, Mr. Quatermain. А что, и что? Да, стал более позитивным, наверное.